Вы смотрите «Давеча», продолжаем выпуск. Природа, песни под гитару и старые друзья. Традиционный 22-й фестиваль авторской песни «Гренландия» в этом году пройдет в Башарово с 18 по 20 июля. Об этом сегодня сообщили организаторы мероприятия и напомнили, это одна из визитных карточек нашего города. Посетителей такой вятской достопримечательности с каждым годом на 20% больше, чем в прошлом. Почему стоит попасть в список участников в этом году, знает Елена Чехомова. 140 тысяч человек посетили Всероссийский фестиваль «Гренландия» в 2013 году. В этот раз ожидают порядка 160 тысяч участников. А главное, мероприятие расширяет свои границы. Теперь кировский праздник авторской песни станет международным. Что будет и Крым. Даже заявились ребята, барды с Донецка. Ну как они будут добираться, будем как-то помогать им. Вот. Но тем не менее, вся страна, вся Россия, наши ближние и дальние зарубежья, все они будут здесь, и Казахстан, и Украина, и Прибалтика. По планам на фестивале будут три творческие площадки. Основная – ветеранская с песнями военных лет, плюс малая сцена. Что касается знаменитых исполнителей, то ожидают приезда Геннадия Гладкова, автора известных песен для мультфильма «Пластилиновая ворона». Будут организованы спортивные площадки, детский игровой лагерь. Организаторы сообщают, подготовка идет полным ходом. Выкошена и вывезена трава, вытравлены клещи. Сейчас уже готовятся площадки, готовится разметка под огромный семейный лагерь, корпоративный. Согласовано расписание по дополнительным автобусным рейсам. Тем, кто поедет на автобусах, сообщаю, что последний рейс в субботу, он будет отправляться из Башарова в 0:30, в полпервого ночи. А для тех, кто в Башарова съездить не сможет, организаторы предлагают прийти на концерт бардовской песни сюда, на набережную Грина. Он состоится 11 июля в пятницу с 6 до 9 часов вечера. Елена Чехомова, Даниил Кочкин, Мирон Васильевич.